Привет, Натвинкл. Предлагаем вашему вниманию шокирующие встречи людей с медведями, после просмотра которых вы точно не сможете уснуть. Жмите на колокол и начинаем. Двое мужчин возвращались к своему каноэ. Ради развлечения они играли в какую-то игру слов, но вдруг камера засекла ужасного зверя. Медведь оказался агрессивный и почти сразу бросился на мужчин. Мужчинам удалось увернуться от нападения, но на некоторое время они были в полном шоке, так как черный хищник не спешил убегать, несмотря на все их крики. К счастью, вскоре любопытный медведь начал уходить, и мужчинам удалось благополучно и безопасно добраться до своего каноэ. Плывя по реке к своему лагерю, туристы увидели троих медвежат. Но если есть малыши, значит где-то рядом бродит их злобная мамаша. Люди ускорились как могли, чтобы побыстрее проплыть опасный участок, но встречи с разъяренным хищником избежать не удалось. К счастью, большая медведица испугалась выстрела и развернулась прямо перед лодкой. Никто не пострадал. А тут камера видеонаблюдения засняла, как семья вечером спокойно заходит в свой дом. Через несколько мгновений в объектив камеры попадают двое медведей, которые просто прошли перед домом. Все было бы хорошо, но сразу за медведями из дома решила выйти женщина, которая абсолютно не подозревает о присутствии диких животных. Отойти далеко не успела, медведи начали ее преследовать, и хорошо, что она в последний момент смогла закрыть за собой двери забора и спрятаться в доме. Ей очень повезло, все могло бы быть намного хуже. Следующий момент начинается с беззаботной велопрогулки по заросшей тропе возле леса. Велосипедист старался ехать очень быстро, но после очередного поворота ситуация неожиданно меняется в самую худшую сторону. Байкер сталкивается с медведем и со страху падает со своего велосипеда. Видео обрывается на самом интересном, поэтому чем все закончилось, непонятно. Надеемся, медведь тоже испугался и убежал. Утро для этого туриста оказалось совсем недобрым. Проснувшись, мужчина увидел большого медведя прямо возле своей палатки. Хищник явно искал еду, и этой едой мог стать и сам турист. Несмотря на столь близкую встречу, мужчина сохранял спокойствие и даже вышел из палатки, чтобы поснимать медведя поближе. Похоже, что у него железные нервы. Хорошо, что Мишка попался совсем не агрессивно и после нескольких минут знакомства просто ушел. Во время похода на Аляске двое мужчин лицом к лицу столкнулись с очень любопытным черным медведем. Мужчины остановились и начали его снимать, но вместо того, чтобы убегать, медведь продолжал идти прямо на туриста, вынуждая их медленно отступать. Hey, go on. Hey, go on. Where'd you leave? You said the bear spray cap was right here. Эта встреча длилась довольно долго. Один из мужчин уже достал перцовый баллончик, но в конце хищник теряет интерес, а туристы продолжили свой путь. Еще один случай на Аляске. Группа туристов столкнулась с крупным медведем-гризли. Когда медведь приблизился на недопустимо близкое расстояние, люди начали кричать, чтобы спугнуть Мишку. Гризли испугался, неуклюже махнул лапой и сразу начал уходить. Женщина возле своего дома мирно дремлет в кресле и меньше всего ожидает увидеть свой худший кошмар.
От такого пробуждения точно можно получить инфаркт. Но хорошо, что медведь тоже испугался и сразу же убежал. Следующая шокирующая встреча была заснята на домашнюю камеру видеонаблюдения. К автомобилю приблизился любопытный медведь. Рассмотрев его поближе, хищнику удалось открыть переднюю дверь и забраться в салон. Дальше прошло самое ужасное. Женщина подумала, что забыла закрыть двери, но приблизившись, была просто шокирована. Закрыть его внутри она так и не смогла, но перепуганный медведь убегал очень быстро. В начале этого момента мужчина готовится съехать с горы на сноуборде. Камера у него прикреплена к палке, он просто решил заснять свой спуск. Спустя несколько секунд позади сноубордиста можно увидеть медведя, который бежит явно не с лучшими намерениями. Но погоня по глубокому снегу у медведя не удалась, а мужчина понял, как ему повезло только дома, когда посмотрел пугающие кадры. Если вы досмотрели до конца, значит, вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотр и комментарии. До встречи в следующем видео.